Магнитогорск, Тюмень и Норильск задерживаются по метеоусловиям. Повторяю. Рейсы на Сургут, Магнитогорск, Тюмень и Норильск задерживаются по метеоусловиям. Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Доброй ночи. А, добрый вечер. Можно? Да, пожалуйста. Я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Извините, если помешал. Да нет проблем. Сами вот в ожидании рейса скучаем. Да. Я почему подошел? Песню эту услышал? Да мы поняли. Сразу молодость вспомнил. Бывает. Я вот тоже, когда «Спокойной ночи, малыши» слушаю, там спят усталые игрушки. Да нет. У меня с этой песней ну столько связано. С этого самого аэропорта. Ну, он, конечно, тогда другой совсем был. С этого самого аэродрома. Первый десант на Тынду уходил. Представляете? Тайга, палатки, комарье. Скулак, комарье. А мы молодые, глаза горят. По 2-3 нормы под эту песню выполняли. А что вы строили? Да все! Вот этими самыми руками. По всему крайнему северу, по дальнему востоку, по всей Сибири, поселки. Для нефтяников, для газовщиков, для золотодобытчиков. Спасибо вам. Да уж. И газ, и нефть нас теперь и выручают. А как же? Правильно, ребят? За золотишко, кстати, отдельное спасибо. Ну так... Спой еще наш про туман. К сожалению, не получится. У нас самолет. Ребят, пора на регистрацию. Собирайтесь. Так ведь передали за Ураном. Ни один порт не принимает. А нам за Урал и не нужно. Извините, но нам совсем в другую сторону. По песне тогда как же? Песня? Песня очень даже к месту. Да. Мы в Англию едем. В Кембридже учиться. Туманный Альбион. Ах, вы в Англию. А я еду за туманом, за мечтами, за запахом крови.